И всем привет, друзья, подписчики мои, с вами я, Супер Тёма, и сегодня мы будем играть в, извиняюсь, Растения против зомби 2. Что же, ну сразу говорю, я тут уже немножечко прокачан, так что извините меня, пожалуйста. Что же, а мы начинаем играть. Так, заходим. И да, я тут уже на боссе. Да, ну я совсем чуть-чуть поиграл. Буквально один денек. Так. Заходим. Так, это нам все интересно. Значит, мы это пропускаем все. Так. Ага. То есть, у нас будет не очень так сложно. И я люблю играть на ускоренном режиме, но я его, пожалуй, выключу в этот раз. Так. Потому что тут вот эти вот все зомбаки-то опасные. Это все очень опасно. Что же, я думаю, мы пройдем сегодня только босса, да? И, наверное, на этом это будет, ну, первая серия. Так, стоп, нет. Листик я поберегу. А вот это. Так, бодрич. И тебя тоже вот так. Смотрите, сколько у нас бомбочек на халяву. Так. Все, он заморожен. И если он сдвинется еще, он будет опять заморожен. Прям как мороженое. Кстати, кто любит мороженое, ставьте лайкусики и пишите в комментариях. Хэштег люблю мороженое. Так, а тем временем у нас, ну, почти первая волна. И что, замораживаю. И ой-ой-ой, у нас тут все серьезно. Ай-яй-яй. Тут этих зомбаков вот мерено-немерено. Как вы это объясните? Ну, не вы, конечно же, а те, кто создавали эту игру. Так. Так, я не могу это терпеть. Кыш, кыш, кыш отсюда. Вот, блин. И зачем я это сделал? Так, окей. Google. Так, тихо, орешек. А, орех нажрут. Так, надо сюда срочно поставить одного чубрика и второго. Потому что сами видите, какая тут обстановка. Так. Ай-яй-яй. И да, у меня еще есть такая небольшая новость. Возможно, в сентябре ролики будут выходить гораздо реже, чем у меня обычно. То, что я уезжаю. Ну, улетаю, вернее сказать. Так что ролики будут выходить уже не каждый день. Ну, точнее, не каждые 2 недели. Не каждую неделю, помню. Вот. То что я выпускаю ролики ровно каждую неделю. Но вот исключительно я не выпускаю ролики каждую неделю, потому что то ли какие-то дела, то ли школа. Так. Ну вот насчет школы, да, то, что я еще все-таки учусь, и вот у меня проблемы, потому что у меня школа, опять же повторяюсь, и мне надо все совмещать и школу, и снимать ролики, и все мои эти самые, как там их называют, репетиторы, то есть это уже совсем капец у меня. Нет, вы бы, если бы знали мое расписание дня, вы бы точно все ахнули. Раз по 500. Потому что у меня не день, у меня кошмар. Ночной кошмар причем. Хотя какой ночной кошмар? Обыкновенный кошмар. Так, так. Ах ты ж зараза-то, а? Вот топает, топает. Топай, топай, не дотопай. На нафиг.
Есть, я победил вот этого огромного. Да, кстати, вот эту игру я уже давно начал проходить. На самом деле я ее уже полностью прошел. Ну, просто решил вам снять, в принципе, само прохождение этой игры. Вот. Но я думаю, у меня теперь каждый раз будет выходить именно по зомби против растений. Ну, и да, насчет бэев. Опять же, насчет бэев. Так вот, я скоро закажу нового Вальтрика гачи, Венома, вот. Да, и еще, возможно, Эйс Драгона. Так что не волнуйтесь, Бейблейд скоро будет. Так, что? Тем временем мы получили уже ключи ото всех островов. Да, это круто. Unlock. Сейчас я тут все эти разблокирую. Хорошо, ребята? Ой. Да, кстати, что вам больше нравится, лето или зима? Пишите в комментиках. Мне вот больше нравится лето. И пишите, ну и пишите, почему именно вам больше нравится что-то и это сам, ну, из вот этих вот двух вариантов. Ой, извиняюсь, я просто что-то заговариваюсь. Странно, когда такого не было, а может быть и было. Итак, что же, у меня тут все разблокировано. И что? И я думаю, можно пиратов проходить. Как вы думаете, можно пиратов уже начинать проходить или нет? Я считаю, что можно. Значит, мы идем на пиратов войной. Так, давайте-ка мы зайдем сюда нам в палисад. Как это называется? Ну, вы же мои подписчики умные, так что вы должны знать, как это все называется. Дело. Так. Так. Ага, сейчас, конечно, буду я это тратить на... Да, блин. Смотрите, какие хитрые, а. Зараза. 7 часов? Ребята, это что такое? Опа. Опаньки. А вот эта пчела полезная. Ха-ха-ха. Окей. Итак, что же, я заканчиваю на этом сегодня, ну, первую серию. Всем пока. С вами был я, Супер Тёма. Всем спасибо за просмотр.